Всемирный банк даст Индонезии 1 миллиард на восстановление. Средства будут направлены на восстановление дорог, школ, мостов, больниц, а также 150 тысяч семей, пострадавших от стихии. Всемирный банк предоставит Индонезии 1 миллиард долларов для помощи пострадавшим от землетрясения и цунами районов, а также на модернизацию инфраструктуры предупреждения стихийных бедствий. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 14 октября, заявлении банка. Средства будут доступны в любое время, когда поступит соответствующий запрос от правительства Индонезии, сказано в сообщении. В заявлении отмечается, что выделяемая помощь, в частности, может использоваться на модернизацию систем раннего предупреждения стихийных бедствий, восстановление инфраструктуры, а также важнейших объектов жизнедеятельности, систем водоснабжения, больниц, школ и прочее. Также отмечается, что власти Индонезии могут использовать средства для оказания помощи, в том числе выплат семьям из пострадавших районов, проживающих за чертой бедности. По предварительным оценкам Всемирного банка, экономический ущерб от недавнего землетрясения и цунами в провинции Центральной Сулавеси составил около 531 миллионов долларов. Напомним, по последним данным, число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 2088. Несколько дней назад поисково-спасательные операции официально завершились. Индонезия приказала гуманитарным работникам из неправительственных иностранных организаций покинуть пострадавшие районы. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта news.com.